Сказка Деда Мороза – это настоящее чудо. Здесь каждый может найти себе дело по душе. Уже при входе в отчину ощущается сказочная атмосфера, поражает красками и ансамблем аттракционов детская площадка, которую посещают как гости отчины, так и жители ближайших населенных пунктов. Дедушка не перестает удивлять гостей новыми объектами показа. Терем Деда Мороза – сердце сказки. Здесь Дед Мороз гостей встречает, праздники проводит, а также занимается важными делами, как положено главному лицу сказки. Неподалеку от дома Деда Мороза расположилась кузница. Кузнец – всем ремеслам отец. Куда ни глянь, везде работа мастера кузнечного дела. В кузнице и свадьбы встречают, и ремеслом древним каждого желающего обучают. Дед Мороз не выдает секреты своего волшебства, но гости знают, отчего он летом не тает. Есть у него ледник, где круглый год зима царствует. Зимой же Дедушка Мороз румянец солнечный берет в летнем саду, где даже в лютую стужу бьют фонтаны, благоухают цветы и разнотравье. В лесу у дедушки поселились сказочные помощники. Полюбили они волшебника, дружбу с ним завели и помогают гостей встречать на тропе сказок. Водит дружбу зимний волшебник не только со зверями сказочными, но и с самыми настоящими. В зоосаде у Деда Мороза, в филиале московского зоопарка, поселились лебеди, рыси, золотые олени, куницы, верблюды, яки, домашние животные и, конечно же, медведь, русский боярин лесной. И кого здесь только не встретишь. В отчина встречает большой поток туристов как в зимний период, так и в летнюю пору. Для желающих провести время в самом сердце сказки построены детский оздоровительный комплекс, гостиница и гостевые домики, которые расположены недалеко от развлекательных пунктов и пунктов питания. Горки и аттракционы, хороводы и подарки, звонкий детский смех и исполнение желаний. Если вы хотите отдохнуть от обыденности, вспомнить безоблачное детство и подарить ребенку заряд сказочного настроения, двери в сказку для вас открыты. Дед Мороз – настоящее чудо. Не случайно он стал участником проекта «Россия-10». Мы голосуем за сказку. Мы голосуем за доброту и волшебство. Проект «Россия-10». Я за Деда Мороза. Мы за отчину. Сказка Деда Мороза – это чудо и волшебство. Мы за Деда!